Добрый день! Сегодня мы посетим музей Невзоровых, где проходит одна очень интересная выставка. Это выставка нашего земляка, талантливого художника-живописца Багалиева Толиугазы. Вот к этой выставке я вот как бы готовился, потому что у меня раз мой учитель, вот преподаватель по истории искусства Татьяна Александровна, она экзамен принимала, и в этот раз тоже экзамен, но я надеюсь, что она четверку поставила. Ну что, еще раз поздравляем всех с Наурызом, с прекрасным праздником. И, пожалуйста, прошу вас ознакомиться, посмотреть, прочувствовать работы нашего юбиляра. Татьяна Александровна, директор музея Невзоровых, охарактеризовала художника как пейзажиста-лирика. И в связи с этим я сейчас расскажу один очень интересный факт. На вот этой стене представлены этюды, которые художник Байгалиев писал на протяжении целого года 365 дней. Каждый день, вот вы видите, по месяцам, по датам он делал одну миниатюру. На каждый день один новый этюд. Представляете, какой это колоссальный труд. Еще у него очень много работ с пейзажами, видами нашего города, столицы и других городов республики, а также различных мест нашего Казахстана. Это улица Кенесары, Астана. В связи с открытием было очень много посетителей, желающих ознакомиться с творчеством художника. Также были доступны для посещения другие залы, где можно было ознакомиться с работами, представленными в музее, так и выставочными экземплярами. Обязательно посетите музей Невзоровых, это зарядит вас весенним настроением.